Женщина входит в твой дом, потеснись, уступи ей просторы, где болезни, чьи разговоры, споры, слезы своим чередом. Если женщина входит в твой дом, приготовь свое сердце к трудам. Если ты удостоился чести быть хоть сколько-то рядом и вместе, если стерпят сарай и бедлам, приготовь свое сердце к трудам. Женщина входит в твой дом, приготовь свое сердце к разлуке, позабудь про вино и науки, стань прозрачным, как день за окном. Если женщина входит в твой дом, подчинись и глазам, и речам, хотя бы сначала для вида, ты узнаешь, что боль и обида исчезают всегда по ночам, уступая губам и плечам. Расскажи ей, как можешь, про то, что печалит тебя и тревожит, что ты чувствуешь сердце и кожу, про Шопена, про джаз и Ватто. Если что-нибудь помнишь про то, если женщина входит в твой дом, может быть, она послана Богом, и жилье твое станет чертогом, и отныне ты к тайне ведом. Если женщина входит в твой дом, thank you.